консьержа. Также из Китая пришло в 5 веке. И надо сказать, что буддийские монахи сначала украшали алтари лепестками, и только затем, где-то через 100-200 лет, это искусство уже оформилось в разные направления. Например, в каждой композиции присутствуют три важных элемента. Это небо, земля и человек. Это уже упрощенная композиция. Самый древний стиль подразумевает наличие семи деталей, как горы, леса, воздух. Это масштабная композиция. Представьте себе статую Будды в храме. Конечно, большому Богу большая композиция, и поэтому монументальные композиции делались только при храмах. Когда кибана стала достоянием уже простого народа, стиль немного упростил. Существует несколько школ основных. Это икеногу и согенсу. Икеногу подразумевает собой лаконичность. Все цветы должны быть выстроены в одну линию. Согенсу – это более свободная школа, новая. Не только цветы используются, но и такие материалы, как пластик, пластмасса, синтетика. Мы с вами сегодня будем использовать природные материалы. Кроме вазы, да, используются еще кензан. Вот такие металлические с иголками, на которые хорошо очень крепятся цветы, приспособления. Но вот в такую вазу, например, кензан невозможно поместить, поэтому, чтобы цветы или вот листья как-то крепились,